Твери началась подготовка к крещенским купаниям. По традиции, в ночь с 18 на 19 января многие россияне ныряют в прорубь. Поэтому в ходе выездного совещания городские спасатели проверили толщину льда на Волге и обсудили вопросы безопасности. Как и в прошлые года, купель для всех желающих будет организована на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТГТУ. Окунуться сюда ежегодно приходят тысячи тверичан, поэтому требованиям безопасности уделяется особое внимание. Для этого мы предварительно собираемся в рамках антитеррористической комиссии, ее рабочей группы, где участвуют все силовые ведомства и структуры. Определяемся объем задач по обеспечению безопасности. Кроме того, в целях антитеррористической защищенности обустраиваются, соответственно, периметральное ограждение, рамки металлодетекторов, ну и все мероприятия, все, что с этим связано. Как обычно, за неделю до праздника на берегу Волги начинаются подготовительные мероприятия. Спасатели замеряют толщину льда в месте установки купели. Она составляет от 15 до 20 сантиметров, что, в принципе, позволяет обеспечить безопасность. Массовое пребывание людей на льду не допускается, то есть купель будет спускаться люди группами. В ближайшие дни здесь будет установлен деревянный помост для того, чтобы два дня, 18 и 19 января, все желающие могли подойти к Иордане. На берегу сделают дополнительное освещение, установят видеокамеры, палатки для обогрева и биотуалеты. Обеспечивать безопасность во время купаний будут спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.